Всем привет! С вами Юля. Сегодня пятница, 14 апреля. Сегодня выходной. Но он у меня был достаточно загруженным. И вот сейчас уже 4 часа. Я только вернулась домой, перекусила и решила, думаю, так, надо снять включение, показать вам, как у меня здесь продвигается мое рукоделие. Видео выйдет, скорее всего, попозже, потому что я думаю, на выходных немножко поснимать, чтобы собрался материал, и, может быть, там в понедельник, вторник это видео выйдет. Я вас сразу хочу поздравить с праздником, с Пасхой. Желаю всем здоровья, хорошо провести это время, всего-всего самого-самого наилучшего. Светлый праздник. Вот. И давайте перейдем к моему рукоделию. Начну с вышивки. Я в последнее время активно очень занимаюсь вот этим процессом. Это у меня Stony Creek Home Sweet Home. Процесс я вот долго искала, думаю, когда же я его начала? Начала в августе 2021 году. Вот он мне там чуть-чуть начался и отложился процесс буквально там на самом старте. Я понимаю, почему я на этом процессе споткнулась, потому что процесс, конечно, красивый, яркий, вот он сейчас в тему и кажется таким простым, таким вот все же такой легкий, добрый. Казалось бы, что должен вышиваться тоже точно так же, но там около 70 цветов и очень часто меняется нитка. Есть и по 2, и по 3 крестика. Вот я вышивала все-таки, да, есть вот такие участки, где прям совсем-совсем идет часто смена нити. Это вот где, знаете, вот в цветочках, вот здесь, вот такие вот места, вот здесь, вот тоже было много всего намешано. Вот. И я этот процесс называю бермудским треугольником, потому что он пожирает мое время. Вот я всю неделю уделяла время этому процессу, ну, сколько было возможностей, я его вышивала, да, делала подходы. И за вечер у меня такие получаются крохотные продвижения. И знаете, вот я его, ну, с начала месяца, даже с марта, я его вышиваю, как хает какой-то. А продвижений здесь всего ничего. Вот, вроде бы, ну да, я сейчас вышиваю, конечно, так медленно, но тем не менее у меня не совсем-то низкая скорость. И вот эти вот все, наверное, одиночки, часто смена нити, вот она так сильно тормозит мой процесс. И знаете, я думаю, что нужно мне на что-то переключиться немножко, хотя бы на пару дней, потому что я начинаю уже этот процесс не очень-то любить. Потому что вот я понимаю, я сажусь, и получается такой как пылесос моего времени. Я просидела, результат какой-то вообще нулевой. Ну, хотя здесь меня, в принципе, ждет небольшая карамелька. У меня здесь по дизайну идет уже вышивка непосредственно самого этого птичьего домика, да, скворечника, что это, ну, скворечник, скорее всего, да, вот так. И здесь вот эти полосочки, они достаточно здесь легко вышиваются, потому что целый ряд одним цветом, вот можно так сказать, отдыхаешь на этих участках, поэтому я думаю, что вот здесь, в принципе, можно немножко поднагнать, добавить к процессу побольше крестиков. Я хочу все-таки его как-то завершить. В апреле мне уже как-то даже не верится, что я его завершу в апреле. Может быть, уже тогда в мае, что ли. Ну, пусть май завершится. Главное, хочу его завершить, потому что с 21 года он у меня, и там много ниток, я вам говорила, что я хочу их расформировать, чтобы они не лежали вот эти в коробке, все нитки. Расход-то их небольшой, но количество все это необходимо. Поэтому вот я тружусь, стараюсь, надеюсь, что все-таки преодолею все трудности и все сложности. Вышиваю на льне. Что еще сказать, что показать? Показать поближе, конечно же, нужно. Всегда нужно показывать поближе, чтобы вы могли полюбоваться вот на эту яркость и красоту. Где была возможность, я сразу сделала бэкстич. Он здесь, знаете, такой избирательный. Не везде есть. Где-то есть, где-то вот цветы остаются без бэкстича. И, кстати, по схеме он весь черным цветом. Нужно еще читать и разбираться, как в старом Dimensions, что, чем, как вышивать. Ну, в общем, не мой производитель, явно не мой. Я вот не могу так убиваться. Это очень для меня
Ну, необоснованно, да. Необоснованно здесь много цветов ради вот такой вот простой, легкой, маленькой работы. Это, ну, не какой-то сложный дизайн. Он, девочки в сложных схемах делают меньшее количество цветов, а здесь прям вот очень много. Ну, и я смотрела тоже у нас в СП девочки вышивали, Sunny Creek. Там тоже около 100 цветов. Ну, вот как-то так любит производитель удорожить свой набор, добавить... Необоснованно тоже добавить какие-нибудь нитки ручного украшения, какие-нибудь шармы, как-то заморочиться. Вот. Ну, познакомилась, интересно тоже, что. Да, вышиваю, я с ним справлюсь. Вот, это основной был процесс. Идем дальше. Так, а дальше у меня есть еще закладки. Вот эти мои чудесные закладки от Dimensions. Тоже начала в этом году. И все, я вот ползу. Ну вот у меня как-то так вот все складывается почему-то медленно в последнее время. Ну, прошлый год вообще был морально сложным для вышивки. В этом году я кое-что вышиваю, но почему-то процессы, мне кажется, идут очень медленно. Не знаю почему. Мне кажется, я раньше вышивала намного больше быстрее, а сейчас я как-то медленно и не очень продуктивно. Ну хоть как-то вышивается, ну что ж делать. Бывают в жизни всякие перестройки в организме, может быть, не знаю что. Ну вот, смотрите, я вышила все-таки одну закладку, я осилила. В принципе, тут мало было работы, нужно было дошить гладевой стежок и сделать бэкстич, немножко довышивать французских узелков, и вот так получилось. Мне очень нравится, красивая. Вот, нужно будет потом еще оформить. Но хочу, сначала я хочу дошить, конечно же, и вторую, и потом уже оформлять. Это у меня тоже стоит на до конца месяца дошить эту закладку, что я ее мучаю, никак не могу дошить. Но надо постараться. Мне они очень-очень нравятся. Красивые дизайны. Вот такие яркие, красивые. Поэтому буду стараться и потихонечку завершать и закладки. Спицами я подумаю, может быть, я дошью сначала эту все-таки кормушку, потом отложу, посмотрим, как пойдет. Так, что еще? Ну, по хардангеру пока вам показывать не буду. В принципе, там есть продвижение, но они пока такие, знаете, маленькие, не очень заметные, поэтому еще рановато. Покажу вам, наверное, уже в конце месяца, когда там будет уже более-менее что-то хорошо видно. Когда я сделаю ажур, и тогда можно будет показать уже мои результаты. Вот, это мои вышивки, которые продвигались за последнюю неделю, да. Вот, также я сделала список, не полностью список всех процессов. Все дело в том, что список моих процессов, он у меня просто огромен, и я решила уже даже не читать. Вот смотрите, это был 21 год, что творилось у меня в 21 году. Вот в 22 здесь переходящие, новые процессы, тоже видите, немало так. Вот 37 было, здесь вот 33 было на сентябрь месяц 22 года. Тоже как-то, ну и финиши есть. Вот, а в этом году я решила все не переписывать, потому что меня просто уже пугают эти списки. Нет, не пугают, но здесь просто можно уже запутаться. Здесь столько стартов, столько у меня процессов. Может быть, надо собраться силами и достать, перебрать и вам показать все мои процессы начатые. Может быть, как-то вместе мы их сдвинем. Как-то, может быть, я вдохновлюсь и начну что-то с ними делать. Ну, посмотрим. Пока я себе вот сделала такой список. Это те процессы просто, которые у меня начинаются в этом году. И те, с которыми я, в общем-то, уже работаю. Ну, которые я взяла в работу. Да, вот, к примеру, дорожка у меня завершилась. Моя, ну, большая, красивая там милхилка. Ангел мира от Lavender and Lace. Ну и тут я пишу, что я поначинала. И я вот уже смотрю, я вот в этом году, как я так быстро начинаю. Вот Ангел Рождества Dimensions начат. Dimensions лошадка у меня, закладки начатые. Вот. Ну это у меня тут швейное мое. В общем, я так очень... Ну еще дорожка Хардангер у меня тоже вот началась. Sunny Creek я вышиваю. Ну, в общем, я так молодец. Как-то я процессы начинаю, стартую очень шустро. Но, конечно же,
В те списки я тоже поглядываю. Буду как-то решать вопрос с мчатышами. Их тоже нужно продвигать. Они там много интересных процессов. Ну вот новинки интересные. Что-то всегда приходит, захватывает. Невозможно как-то времени найти на все. Поэтому, конечно, сложна жизнь увлеченной вышивальщицы. Сложно уделять время только одному процессу. Так, ну и, значит, с этими процессами я вам показала, какие у меня начатыши, и то, что у меня начато в этом году, нужно обязательно завершить, чтобы они не приходили уже, хвосты эти не таскать из года в год, хотя бы уже то, что в этом году начинается, нужно обязательно заканчивать. Ну, буду стараться. Вот, ну и так как завтра суббота, воскресенье, понедельник мы тоже отдыхаем. Дома мы сидеть не будем. Мы будем ездить, ну, недалеко от Афин. Какие-то ближние такие поездки. Но в дорогу обязательно я тоже буду брать с собой вышивку. Хочу взять какую-нибудь совсем легкую вышивку, потому что здесь все-таки нужно считать. Здесь не совсем-то простая схема в этой лилии. Здесь была простая, здесь нет. В дороге я не смогу вышивать этот дизайн. Для глаз моих будет сложно. Я открыла свой список, почему я его достала. Смотрела и нашла процесс, который мне подойдет именно для дороги. И давайте его посмотрим. Итак, приехал мой процесс. Я долго думала, гадала, думаю, что же мне с собой взять в дорогу. И вспомнила, что у меня есть вот такой очень интересный процесс, дизайн. Это элемент из какого-то... Нет, не сэмплера, как он, не квакера. В общем, примитивная какая-то вышивка. Там был домик и вот три такие разные снежинки. Я увидела у нас в Греции в интернете. Одна девушка взяла другую снежинку и просто этот элемент она по-своему обыграла цветовую гамму, разместила и вышла прекрасную дорожку. Мне так понравилось, я взяла другой элемент. И у меня нашлась основа, она такая очень крупная, 10 каунт. Я посчитала, что вот мне как раз сюда эти элементы подходят. Ну, в смысле, они помещаются сюда. Вот так вот снизу остается. Вот так сверху. Камера не очень помещается как-то. Как-то так, вот. Вот, поместились. Вот. Значит, я нашла у себя эту основу. Может быть, с какого-то набора китайского. Даже не знаю, откуда у меня, уже не помню. 10 каунт. Цвет такой, знаете, сливочно-молочный, очень приятный, нежный цвет. И я решила сделать из этой ткани дорожку. Как раз она мне обметана. Вот я выбрала дизайн и решила вышивать эти звезды постепенно, а по краю пришить кружево. Есть у нас готово кружево в золоте, серебре, в разных таких оттенках. И вот такого цвета есть, можно было бы подобрать. Но потом в какой-то момент меня эта идея как бы разонравилась. Да? Думаю, ну кружево я это тоже не очень люблю. Вот, особо куда стелить такую дорожку, если с кружевом не подходит. Ну и как-то так вот работа отложилась. А сейчас, когда у меня есть машинка, я уже шью, у меня появилась новая идея, как можно эту дорожку оформить. Можно ее оформить, сделать текстильный бордюр. Можно сделать также, как она называется, стежку красивую. Стежка, знаете, в шите это как бы к стеч вышивки. Сразу подчеркивает все детали и наводит красоту и четкость. Вот. И я подумала, что можно вот так обыграть. Будет практичная вещь для поверхностей, столов наших. Потому что все-таки у нас очень пыльно. У нас еще собака. Поэтому пыли у нас всегда много. И вот прям какие-то изящные вещи. Может быть, они как бы мне не очень практичные. Мне нужно более такое вот. Бросил машинку, постиралась и все. Вот. А здесь как раз будет то, что нужно. Значит, дизайн здесь простой. Берешь себе одну нитку и вышиваешь. И какие у меня здесь нитки? Я решила для таких дизайнов провести небольшую утилизацию ниток и использовать нитки ПНК. Вот они находятся вот в такой красивой коробочке. Так, заглянем сюда. Опа! Здесь у меня даже ножницы есть. Что вы говорите? Как давно я сюда не заглядывала? Ну, как минимум год это точно. Может быть, даже больше, может, даже полтора. Вот такая нитка еще зачем-то. Может, для разметки. Кстати, она мне нужна в шитье. Пригодится. Что она мне тут делает? Так.
тыквы всякие на магните. Вот так, кстати, удобно. Что еще? А, ну вот они и нитки, собственно говоря. Нитки ПНК. Я выбрала все цвета одной как бы палитры. Вот вы видите, вот такие. И вышиваю один элемент, вот один этот цветочек, элемент одним цветом. И на него у меня уходит как раз целая бобинка от ПНК. Вышиваю в три нити крестика. Да. Вот. И видно вот это вот остатки. Вот. Остаются такие вот остатки. Два вышито, вот они, две ниточки остались. И вот у меня еще... А, три у меня вышито, да? Раз, два, три. А четвертый в процессе. А четвертый чем вышиваю? Так, каким цветом? Я надеюсь, я не потеряла. Четвертую, вот это что ли? Чем вышивается? Ну да, вот. Вот этим цветом. Вот, ну и в общем получится у меня такая интересная дорожка, состоящая из скольки? Из восьми. Да, из восьми вот таких вот элементов. Три вышито. Вот это будет четвертый. Потом нужно будет вышить еще четыре. Все правильно. Вот они, четыре эти нитки. Вышивается легко. В принципе, за пару вечеров этот элемент можно вышить. Поэтому от чего лениться, надо брать работу. Ну, для начала, так как у меня тут с птицами проблема, у меня птицы не вышиваются, для начала, конечно же, я возьму с собой в дорогу. В дороге, я надеюсь, тоже получится что-то повышивать. Вот эта ниточка у меня для серединки. Кстати, у меня ее мало. Почему-то я не подумала, надо было взять ДМС. Ну ладно, потом будем что-то подбирать. В принципе, сюда и немного уходит, но тем не менее. Вот, в принципе, у меня комплект готов. Тут, кстати, у меня обрезок оказалось много. Они теперь все повылазили, эти нитки. Надо будет разобраться, почистить, что у меня здесь в моей коробке. Какие-то образцы ниток навешаны. Вот. Теперь нужно будет организовать как-то. Как организовать? Может быть, на Нурге, на кюснапики маленькие. Хочу взять с собой какую-нибудь красивую свою рукодельную сумочку. И мне будет очень удобно в дороге вышивать. Так, как-то так будет все это дело происходить, я надеюсь. Так, ножницы пусть тут лежат. Они мне нужны. Вот тут игла сразу есть. Тоже вот нитки. То что-то я не дошила. Вот, получается у меня... Вот такой вот процесс, ну, можно сказать, временно приходит в работу. Как вам дизайн, сами звездочки, цветочки, как элементы? Мне очень нравится, симпатично. Может быть, я, конечно, сильно близко разместила, может, надо было сделать больше отступ. Ну, уже что сделано, то сделано. Они у меня будут идти вот такой цепочкой. Здесь большой такой край, может быть, я здесь тоже... Что-нибудь дошью. Может быть, вот эти звездочки взять и вот так вот здесь сколько их поместится, штук 5 или 6 можно добавить. Слева и справа. Сверху, снизу здесь особь, в принципе, нормально впритык. Пришьется еще ткань. Ну, будет интересно. Нужно будет еще ткань подобрать. Вот такой вот интересный процесс у меня берется в работу с собой. Так, ну и что? И осталось мне вам показать по шитью. По шитью мне вообще все сложно. Но, тем не менее, пробегаюсь. Поэтому иду показывать вам шитье. Так, и дошли мы с вами к шитью. Итак, на каком этапе находится мой фартук? Сейчас вы видите заготовку. Во-первых, это две заготовки. Во-первых, заготовка номер один – это моя вышивка, которую я проклеила глизелином. Сделала здесь статки тканевые, нитки торчат, это все обрежется, потому что вчера работала, делала разметку. Вот еще себе сделала разметку, нужно будет подрезать, выровнять полностью все это изделие. Когда вышивала вышивку, мне почему-то покосило, поэтому, конечно, тяжело пришлось с разметкой, как правильно нужно разместить работу. Ну вот,
так получилось. Вот, ну, в общем-то, здесь простая работа. Перейдем теперь к сложной работе. То, что я вам хотела показать и рассказать, как у меня проходят мои попытки научиться лоскутному шитью и что уже получается. Ну, вот я сделала свой первый один такой лоскутный блок. Называется он «Летящие птицы», либо «Летящие гуси», либо «Двойные гуси». По-разному называют этот блок. Как точно я называется он, я не знаю. Просто из всех, ну, простых вот птиц, которых я видела, двойные вот эти гусики мне понравились больше всего, потому что, ну, интереснее смотрятся. В простых птицах вот этот, к примеру, белый бы треугольничек был бы вот такой вот, он большой, а по краям зеленый. А здесь как-то вот оно такое вот, вроде бы и простой рисунок, но в то же время очень он интересный, витиеватый. Мне понравилось. Сборка для меня пока непростая, потому что очень много здесь деталей. Много нужно нарезать вот таких вот полосочек. Вчера вечером сидела, краила их, резала. Их нужно очень много, вот таких полосочек. И много нужно вот таких квадратиков, чтобы из них потом получились треугольнички. Это будет складываться как-то так. Так, наискосочек прошиваться. Часть отрезается, часть разворачивается. В общем, такой очень хитрый, замудренный процесс. Вот. И, конечно, кропотливый. У меня не один вечер ушел на вот это все. Вот. Ну и вчера, когда я собрала все-таки вот этот блок и весь шила, уже когда стала сшивать, у меня вообще в моем мозгу произошло просто замыкание, потому что вот эти вот части, да, вот эти части уже готовые, их нужно было складывать. Они у меня идут покроены в двух направлениях. Вот покажу вам, это брак у меня получился, я там порезала неправильно. Вот, и их нужно было правильно вот складывать, да, чтобы они вот так срослись, вот эти гуси, и по рисунку, чтобы не сбиться, не пришить то, что не нужно. И у меня где-то было, я пришила, потом распарывала, что-то там не туда пришила. И вот нужно было это все под углом 45 градусов складывать, раскладывать, сшивать. В общем, знаете, такая задача непростая. Ну и когда я уже собрала полностью весь блок, его нужно было поровнять, обрезать. Вот тут для меня, конечно, вообще был полный шок, потому что собираешь ее, шьешь, а потом нужно обрезать, оставить только серединку, а все остальное выбросить. Такое, знаете, расточительство не для нас, для вышивальщиц, когда мы вот там каждую ниточку вот там дошиваем, собираем все хвостики, все у нас экономно, каждый кусочек ткани, все в дело, никаких отходов. А здесь просто хоп-хоп, выбросил туда-сюда. Вот, знаете, прям не могла долго обрезать. По чуть-чуть обрезала, по кусочкам смотрела, что можно сэкономить, какие миллиметры. Вот. Ну, куда деваться. Это такой процесс, он, в общем-то, предполагает много отходов. Вот. И к этому нужно привыкать. Но когда я шила, девочки сразу делятся своими секретами, как уменьшить все-таки отходы. И там есть способ, как можно сразу прошивать, чтобы вот эти вот обрезки треугольничков не пропадали, а вот можно сшивать вот в такие вот тоже квадратики. Ну, здесь еще не обрезанные, не выровненные, просто я их как разгладила, чтобы посмотреть, сколько их там, что получилось. Вот, и из этого можно будет сделать что? Из этого можно будет сделать тоже какой-нибудь маленький блок, оформить какую-нибудь сумочку, косметичку, там блок вертушка. Но они мне не обрезанные, поэтому, конечно, не очень красиво все это пока смотрится. Вот, ну как-то оп, какой-нибудь другой, не знаю, как-то вот так по-разному можно их придумывать, складывать, раскладывать, они еще в разные стороны. Вот так. Наверное, вот так как-то. Или как? Вот так, вот, вот он вертушка, вот такой можно сделать блок, да,
сшить и из этих блоков тоже что-то оформлять. Неплохая идея. Дальше можно делать, сшивать их в ленту. Ну, как-то так, там по-разному, как кому нравится, да, просто сшить все в ленту. И этой лентой можно ее использовать как окантовочную, как бейку окантовочную для оформления какого-то изделия. Смотрится тоже очень-очень классно. Я видела, мне понравилось. Поэтому я эти квадратики, эти полутреугольнички, я их тоже сохраняю, чтобы с ними потом чего-то сделать. Вот, ну, смотрите, получился у меня вот такой блок интересный, летящих птиц. Он, кстати, очень такой эластичный, мобильный, даже прикольно. Вот. Какая идея, какая задумка? Значит, вот у меня основа. Она будет впереди швейной машинки свисать. Так, и вот этот блок, он должен размещаться вот так. Вот один блок, так пониже, чтобы вам было видно. Точно не вижу, что вы видите, что я снимаю. Ну, вроде бы видно, понятно. Вот, то есть будет блок идти так вот, один, тут второй и тут третий. Как они у меня там получатся по ширине, не знаю, мне, наверное, не хватит пару сантиметров. Нужно будет как-то что-то доделывать. Вот, ну, смысл в том, что у меня будут идти эти гуси лететь вверх. Мне так больше нравится. Как будто они с белой ткани улетают вверх. Такая задумка. Можно, конечно, попробовать сделать вот так. Одну ленту, один блок вот так. Вторую лететь справа налево и верхний слева направо. То есть вот так можно тоже сделать. Тоже прикольно. Интересно. Вот, ну, мне почему-то хочется, чтобы это было как-то логично. Гуси улетают вот так. Тоже прикольно. Вот. Ну, буду смотреть. Я смотрела, считала, мне чуть-чуть не хватает по ширине. Можно, в принципе, добавить белой ткани, просто сделать ставки, но у меня ее мало, мне ее не хватит. Есть у меня еще вот эта ткань, которая мне так очень-очень понравилась. Я все ее тут кручу-кручу. Сама себя запутать хочу, наверное. Не знаю, как ее сюда пристроить. Хотела сделать впереди кармашки. Кармашки у меня не получаются по высоте. Места им не хватает. Вот. То ли хочу сделать обметку, ну, эту, как называется, косую бейку, да, обметочную. Сделать вот так вот из этой ткани. Вот так как-то. Ну вот, не знаю, может, сильно наляписто будет. Может, я перестаралась с этой тканью, может, она сюда и не подходит. Вот, может, сделать как-то так. Веселенько будет, интересненько. Вот, пока еще не знаю. Значит, основная задумка — вот этот блок. Дальше нашиваю еще блока вот с птицами. Они сюда пристрачиваются. Я вот тут поравняю себе высоту, они пристрачиваются вверх. Потом идет наполнитель, ну, не синтепон, у меня какой-то такой мягкий наполнитель, не знаю, как он называется. И снизу подкладочная тоже такая зеленая. Мне ее много, я купила сразу метр, чтобы на все. Вот. И потом нужно будет делать стежку. Я еще не знаю, какую стежку сюда нужно будет делать. Я стежку умею делать только прямые линии, в общем-то. А здесь прямые линии, мне кажется. Ну, надо будет смотреть, может быть, и пойдут прямые линии брать вот по какой-то по треугольничек и выводить какие-то, может быть, ориентиры. Надо будет уже потом смотреть. Надо будет сделать стежку, и потом уже будет кант. Вот тогда я, наверное, когда изделие будет более-менее готово, увижу, какой этот кант должен быть. Что я пока сомневаюсь. Нравится эта основа, но сомневаюсь, что я испорчу изделие. Может быть, будет сильно наляписто. Иногда не надо много цветов. Простота, она, знаете, она это классика, это гармония. Может быть, и не надо чего-то такого. Ну, вот конюшка мне нравится, эти птички, я их куда-то все равно использую. Они у меня не заваляются. Вот. Поэтому у меня план на эти дни потихоньку вечером я буду нашивать блоки. Не сборку, а просто буду их собирать. Их нужно сейчас сесть, вот так поскладывать, прочертить тут диагональ, потом это все пошить. Тем более они шьются половину в одну сторону диагональ, половина в другую. Вот, пошить, порезать, отутюжить, подготовить.
Потом уже будем дальше тренировать свой мозг, складывать вот эти вот интересные, забавные, красивые блоки. Вот такие у меня здесь, девочки, новости рукодельные на сегодня. Хочу, вот что получится за выходные, доснимаю, ну, порукодельничать, доснимаю видео и потом уже выложу вам, покажу, что все-таки получилось у меня с моими блоками, что получилось повышивать. И уже в зависимости по настроению буду принимать решение, буду ли продолжать своих птиц, либо я переключусь на что-то другое. Ну вот, на сегодня это такие мои новости. Увидимся с вами в следующем включении. Потрясающий вид. И слышны голоса людей из города. Шумно, празднично. Какая красота. Итак, сегодня уже понедельник, 17 апреля, уже вечер, завтра нужно на работу, и я спешу поделиться с вами, что мне удалось сделать за эти выходные дни. Сегодня с утра мы ездили к Акрополю, пили кофе, с утреца прошел небольшой дождик, а потом вышло солнышко, и погода была очень теплая, приятная, поэтому, конечно, тоже была прогулка очень хорошая. Вернулась домой и решила я немножко подтянуть хвосты по своим тут процессам, в основном по шитью, потому что для меня это такое трудоемкое занятие, сложное, пока еще очень сложное. Вот, ну и вообще подвести, сейчас быстренько снять видео, подвести итоги, что у меня получилось. Итак, хочу начать, как всегда по традиции, уже с птиц Stony Creek Home Sweet Home. Вот такие чудесные птички, баннер. Казалось бы, что здесь очень легко и просто. Вот каждый раз это говорю, и каждый раз я потом начинаю вам жаловаться, что мне здесь не все легко и просто, мне здесь достаточно сложно все это вышивается. Но зато посмотрите уже, какая красота у меня на моей основе. Работа потихонечку, шаг за шагом продвигается по капельке, но тем не менее все очень-очень получается красиво, несмотря на все сложности, на то, что медленно идет процесс, получается очень ярко, сочно, красиво. Как раз сейчас вот у нас, вот смотрю на цветы и вспоминаю нашу поездку в Навплио. Я вам выложу видео, оно будет небольшое, как мы провели эти выходные дни. Вот, и сейчас поля у нас усеяны как раз какими-то желтыми вот такими цветочками.
маленькими. Они чем-то похожи на одуванчик, но не одуванчик. Я не знаю, как они называются. Тоже маки папоруны, по-гречески папорунес. И вот такие вот цветы. Но они фиолетовые маленькие, но они у нас растут на скалах. Такие, знаете, они как плющ похожи, но кустиком и очень буйно цветут. Тоже вам где-то оставлю вот здесь фотографию. Вообще можно посмотреть отдельное видео. Это очень получается, так знаете, тематически. Вот буквально вот эти вот цветы я на этих выходных, ну, эту цветовую гамму, маки точно, а эти цветы не конкретные, но эту цветовую гамму я наблюдала все выходные. Очень буйно у нас все цветет, все усилено ковер, ромашки ковром, разные такие цветочки, ярко, все красиво. Вот, ну и птицы поют. Кстати, у нас сегодня к нам на район, ну, вот, к нашим домам прилетел скворец. Как он красиво поет, как соловей. У нас, ну, обычно птицы какие голуби, они нас все, эти голуби уже замучили, потому что везде пытаются поселиться, и сразу это перья, грязь и все остальное, не успеешь отвернуться. Вот. А скворец первый раз вот к нам прилетел, и хотелось бы, чтобы он где-то здесь, наверное, поселился и пел бы нам почаще свои красивые песни. Это было бы просто здорово. Вот. Так вот продвигается у меня процесс. Я немножко от него подустала, и поэтому взяла новый процесс в ротацию из стареньких. Пока ничего нового не начинала, но, скорее всего, предвидится, потому что у меня совершилась некоторая покупка. Вот, но этот процесс я тоже буду вести к финишу. Пусть не так шустро, как я хотела. Ну как шустро? Он, конечно, шустро мне не идет. Но я хотела его в апреле завершить, но я понимаю, что уже как бы я устаю, и мне становится скучно его одного вышивать, поэтому я взяла немножко другой процесс. Пусть он у меня не в апреле завершится, но в мае завершится. Главное, я за половину перевалила. Тут вот уже, вот сами видите по обложке, вот эту птицу я вышила. Вот здесь к гнезду приближаюсь. Вот, осталось вот эту часть мне вышить. И мне кажется, самый сложный участок, вот именно вот этот заборчик, травушку и цветочки я вышила. Это самый был сложный участок, мне так кажется. Вот. А здесь уже мне, ну, сам скворечник вышивается уже легче. И мне кажется, и здесь вверху тоже будет как-то полегче. Поэтому, ну, пусть в мае, но я завершу этот дизайн. И потом будем думать, как мы его будем оформлять. Ну, на сейчас то, что получается, мне все очень-очень нравится. Супер классно, ярко. Вот. Ну и идем дальше по процессам. Так, то, что у меня сразу из доступных под рукой процессов, я вам буду показывать. Потом уже принесу свой огромный станок. И так, я вам показывала, что я в дорогу взяла вот этот процесс. И хорошо, что я его взяла, вспомнила о нем. То он мне там лежал, пылился в моей коробке с начатышами. А так я взяла, стала вышивать и поняла, что вышивается он легко, приятно. И мне нравится здесь и цветовая гамма, то, что у меня здесь вот такие вот дизайны. Каждый элемент имеет свой цвет. Вот. Они немножко отличаются, но в принципе поддерживают друг друга. Получается, это очень-очень интересно. И я немножко представляю, как я буду оформлять эту дорожку. Будет оформляться она в текстиль на мой рабочий стол. Вот я вам сейчас покажу. Это вот почти кот упал, половина. И вот здесь еще будет 4 таких же элемента. Немножко остается у меня по бокам места. Здесь я, возможно, вышью вот этот элемент. Продублирую, сколько их тут получится, штук 5, наверное, я так думаю. Может быть, и ничего не буду вышивать, так и оставлю, но посмотрю. И у меня есть идея оформить в текстиль. Сейчас я принесу ткани, может быть, мы сразу вместе с вами посмотрим, что сюда может подойти. Итак, сбегала я за тканюшкой. Из недавних пополнений у меня пришла вот такая ткань. Ну, я смотрю, вот сейчас она немножечко, конечно, идет светлее, немножко не тот оттенок. Я почему-то ее в уме себе представляла ближе вот к этой расцветке. Хотя, в принципе, тоже ничего. Но нужно будет посмотреть, может быть, у них есть немножко темней оттенок.
Но с таким же рисунком, мне кажется, очень получилось бы симпатично. В принципе, эта ткань тоже неплохо смотрится. Как вам, если сделать? Но нет, все-таки не тот оттенок. Нужно будет еще подумать и подобрать другую ткань ближе вот к таким цветам. Хотя сам рисунок мне очень нравится. И можно было бы сделать просто окантовку этой тканью. Небольшой кант пустить, стежку. И было бы просто супер. Прям мне на рабочий стол с вышивкой. Вот такая дорожка. Здесь 10-й, по-моему, каунт, если я вам говорила. 10-й каунт. Такая, знаете, очень жесткая основа. Ну, какая-то такая синтетическая. Она как раз вот для дорожки хорошо подойдет, потому что стираться будет, с ней ничего не случится. Вот, ну вот так. Жаль, я, конечно, думала, что мне вот эта ткань как раз очень хорошо подойдет. Ну, пишите ваше мнение. Мне кажется, что, конечно, и да, но нет. Скорее всего, нет. Скорее всего, нужно будет искать другой оттенок. Хотя вот через камеру неплохо смотрится. Ну, в общем, я буду думать. Вот, что еще по этому процессу? Вышивается легко, быстро, но единственная проблема — здесь нитки ПНК. Они мне не очень нравятся, они тонкие. Ну, я знала, когда их брала, что они такие вот эти ниточки тонкие, поэтому я их сюда и брала, чтобы побыстрее их израсходовать. Ну, как-то использовать-то их надо. Вот, я, конечно, любитель ДМС, я уже к ним привыкла. Ну вот, есть у меня много ПНК, поэтому их надо тоже пускать в дело. Пусть вот к таким процессам, где можно использовать разные остатки. Какие-то такие есть дизайны, да, что можно использовать остатки ниток. И эти дизайны можно оформлять в красивые изделия для украшения рабочего стола, там дорожка, какой-то, может быть, еще элемент. Ну, что-то можно придумывать. Вот у меня будет дорожка, скатерть на стол. Так, ну, в общем, здесь у меня продвижения небольшие, и что по этому процессу, я его буду держать поближе. Думаю, что буду тоже потихоньку вышивать. Здесь работы мало, все вышивается быстро, и я думаю, что до конца года можно будет и вышить, и даже сшить. Так, что еще? Что еще? Ну, давайте я вам покажу свой гигантский процесс, да? Так, и процесс, который я сейчас взяла в работу. Я думаю, что помню только зрители, которые со мной уже много лет. Они все помнят. Я могу что-то забыть, и они все помнят. Это набор, оригинальный набор фирмы Custom Crafts в моем дворике. Вот такие чудесные птицы. Я об этом дизайне мечтала много лет. У меня была схема, но потом так случилось, мне его подарили. И, конечно же, я сразу его начала. Но здесь все не так-то просто. Давайте сначала немножко технические данные я вам покажу. Вот размер готовой работы 49,5 на 35,6 сантиметров. Вышивается на аиде 14 каунта. Нитки здесь ДМС. Сколько цветов, я не помню, но все чистые цвета без блендов. И цветов немного. Схема здесь черно-белая, вот в этой книжице. И так, номер набора 99247. Все данные технические я вам рассказала. Custom Crafts, оригинальный набор. Вот основа здесь кофейного цвета, Аида 14 каунта. Вот, и когда я получила этот набор, я практически сразу приступила к вышивке. Думала, что я потихонечку справлюсь с этим дизайном, потому что я слышала, что дизайн непростой, но я думала, что я его победю. Но оказалось, что я совсем не герой. Я буквально там чуть-чуть начала какой-то вот такой маленький участок, отложила. Потом делала несколько подходов, что-то тут еще вышивала, боролась с одиночками. Ну, в общем, итог какой был? Там за несколько лет или за год я вышла вот такой вот небольшой участок. И все, и вот никак я не могла настроиться и как-то организовать процесс, чтобы он у меня пошел. До того момента, пока Кристина с канала «Брутальная вышивальщица» предложила сделать мне перенабор. И она сделала мне такой огромный подарок. Сделала перенабор. Достаточно быстро сделала этот перенабор. Кстати, девочки, если
вам нужен этот дизайн, перенабор у Кристины есть. И у Кристины еще есть дизайн от Custom Crafts. Я знаю, она делала, по-моему, 5 дизайнов или больше. Поэтому вы можете тоже обращаться. Качество хорошее. Вот, ссылку я оставлю в инфобоксе, поэтому переходите, смотрите. И как только Кристина мне сделала перенабор, огромное-огромное ей спасибо, я решила попробовать, ну как оно пойдет с сагой. Вы знаете, это был такой прорыв. Вот у меня столько лет был вышит небольшой вот такой участок, и потом после саги у меня вышилось вот это все. Конечно, и сага это непросто, потому что здесь в шишках, здесь одиночка на одиночке, сильно идет разброс вот этих крестиков, постоянно нужно открепляться, закрепляться. И я устаю от таких процессов. Одиночки – это не мое. Я люблю, ну, чтобы была какая-то, знаете, ну, группками, чтобы шли крестики, чтобы можно было успеть немножко повышивать этой ниточкой, а не только открепляться, закрепляться. Вот такие процессы, конечно, меня утомляют. Хотя дизайн мне очень нравится. Шишки просто великолепны. Сейчас, наверное, камера сильно засвечивает. Хотя, может быть, при загрузке, при обработке будет все намного спокойнее. Посмотрим, что как будет получаться. Вот. Но дизайн нравится, но вышивать мне сложно. И я подумала, так, этот дизайн, он у меня многострадальный. Он уже столько лет лежит, что я уже даже не помню, когда я его начала. Думаю, нет, в этом году нужно дать ему максимум моего времени. К тому же самое сложное я уже вышила. Вот этот участок был самый-самый сложный. Дальше идет чуть-чуть попроще. Вот мне нужно дошить, я сейчас нахожусь вот здесь. Вот тут вот чуть-чуть попроще, но тоже есть одиночки. А дальше повыше все. Вот здесь намного легче. И вверху фон там вышивается вообще цветовыми пятнами. Если бы я взяла вышивать вот так, мне было бы, конечно, проще. Я бы вышивала участок сложный, дальше все полегче. А я сразу взяла из самого сложного и героически отправилась в путь. И не победила. Не победила этот дизайн. Вот, так быстро, как хотела. Но все еще впереди. Я настроена решительно. Я хочу его довышивать. Не знаю, в этом году или нет. Но, по крайней мере, я хочу дать ему максимально времени. И буду... Ну, я его поставила на свой станок огромный. И буду держать его на этом станке. Сколько сил хватит, столько буду я его потихоньку вышивать. Ну, в ротации с другими процессами более легкими. По сравнению с Custom Craft, теперь моя птичка это просто отдыхалочка. Вот. И мне нужно вышить вот этот участок, чтобы уже закрыть... ну, этот уровень и перемотать. На сегодня у меня вышито где-то 23%. Как я только завершу вот этот участок, у меня будет где-то треть работы примерно. Чуть-чуть, может, меньше, но как-то так, где-то треть работы. Вот дальше нужно будет перематывать. Видите, у меня здесь основа как закреплена. Снизу у меня идут вот эти клипсы, и вот это не помещается вот так вот. Поэтому мне нужно будет потом как-то что-то придумывать, как дальше перекрутить и вышивать эту работу. Ну, посмотрим. Главное, что сейчас мне есть где работать. Здесь огромный участок. Я стала делать разметку, потому что, ну, и без разметки мне здесь очень-очень сложно ориентироваться, где я нахожусь. Поэтому разметка появилась. И буду потихонечку вышивать. Вот вчера я за вечер навышивала 500 крестиков. Я так корпела, и вот за весь вечер всего 500 крестиков. Ну, что делать, такая вот работа. И натяжка у меня здесь хорошая, все хорошо. Нужно будет дальше все расчертить, и буду вышивать этот дизайн. Надеюсь, что в этом году этому дизайну повезет. Было бы классно к Новому году его вышить. Он такой зимний, яркий, интересный. Вот, хотелось бы его довышивать. Вот такой вот шикарный дизайн. Так, что по вышивкам? По вышивкам все. И идемте смотреть, что у меня там с шитьем. Мое новое увлечение. Итак, шитье.
Как я уже и говорила, процесс у меня идет очень медленно. Для меня это сложный процесс. К тому же вот этот дизайн, который я сейчас выполняю, я придумала как саму модель, да, изделия сама. Это у меня будет накидка на швейную машину. Я давно задумала эту вышивку вот оформить в накидку на швейную машину, но у меня не было как бы целой идеи, как это должно выглядеть. Вот. И я постепенно, шаг за шагом, придумываю этот дизайн. Выбрала ткань, да, выбрала постепенно дизайн-элемент, как будет выглядеть какой-то блок. И сейчас вы видите, еще не сшито, просто я приложила, как это смотрится. У меня выполнились вот эти блоки, они называются летящие гуси или двойные гуси, или летящие птицы, в общем, по-разному их называют. У меня выполнено, получается, две ленты. Одна обрезанная, вторая еще не обрезанная. Нужно будет обрезать и представить сюда еще этот элемент, третью часть, да, подровнять. Вот это будет у меня вот такой вот блок. Немножко получается у меня меньше, не хватает края. Возможно, туда нужно будет тоже дошивать блок, может быть, сшить один блок и разрезать его. Ну, в общем, здесь я еще не определилась, как оно должно выглядеть. И потом будет еще у меня и стежка. Вот, нужно будет придумать, как стегать, что это будет. И вот эти красивые птички, которые я подложила под низ, ну, под фон, это будет у меня из этого делаться кант по кругу всей работы. Мне эта ткань очень нравится. Я, конечно, хотела ее здесь больше использовать, но было бы очень, наверное, ярко и как-то так забойно, поэтому птички пойдут только на каунт. Самое сложное для меня было это именно выполнить вот эти блоки, и мне предстоит еще сшить, чтобы получился вот этот красивый треугольник в центре, чтобы все уголки сошлись. Не знаю, что мне получится, не получится. Честно вам скажу, очень мне сложно все это состыковывать. Нужно было много нарезать этих квадратиков, полосочек, сшить, потом выровнять все углы. Ну, в общем, конечно, такая тяжелая работа. Я сегодня часа 3 или 4 потратила, чтобы собрать ленту. Ну, лента длинная, там сантиметров у меня где-то 60-70 она получилась. Ее нужно будет разрезать пополам, подогнать вот рисунок. Немножко я отодвину, чтобы вы посмотрели. Вот, видите, вот так. Нужно будет подогнать все это, подрезать, выровнять и уже сшивать. Хотя бы сделать блок, выровнять высоту, пришить к основе. Вот, не знаю, нужно ли к основе добавлять еще вот такую вставку наверх, либо сразу пришивать уже мои блоки. Думаю, пока еще я не решилась. Скорее всего, нужно будет сделать небольшую какую-то вставку все-таки, а потом к этой вставке пришивать мои блоки. Как раз и мне ткани немножко добавится. Ну да, вот сейчас через камеру смотрю, да, нужно добавить еще и наверх тоже зеленой ткани блок и к ней уже пришивать моих гусей летящих. Вот такие у меня здесь новости швейные. Несмотря на то, что сложно, я сегодня, как говорится, про этих ежиков, которые ели кактусы, и я тоже так, конечно, медленно идет процесс, кропотливо нарезать нужно эти квадратики, сшить их все, разутюжить, опять что-то с ними сделать. Вот такой процесс, конечно, очень-очень кропотливый. Я устала, но вот то, что получается, мне нравится. Ему уже показала, муж меня тоже сразу мельком только глянул, сказал: красиво, нравится. Я говорю: хорошо. Вот, продолжаем работать. Был у меня вариант еще, как оформить эти, состыковать этих гусей. Сейчас вам покажу. Вот так еще можно состыковать этих гусей. Получится в серединке вот такой вот вытянутый как бы ромб. Не ромб, как называется эта фигура, геометрическая, забыла. Ну, тоже получается
оригинально и так симпатично. Получается, птички летят вверх, вниз, если расположить блок в другую сторону. Но я буду делать, наверное, все-таки попроще треугольничком. Птицы будут все лететь вверх. Вот, главное, чтобы мне смочь и состыковать треугольник, чтобы был острый носик. Посмотрим, что получится. Конечно, боюсь накосячить. И сегодня я вот не режу эту полосу, потому что я устала и боюсь, что я что-то неправильно порежу. Поэтому оставляю на завтра. Как говорится, с мыслью нужно, с идеей нужно переспать, чтобы мозг, может быть, больше обработал информации. Видите, она такая длинная. Это деталь. Вот она такая. Ее нужно обрезать пополам и выровнять края. Вот здесь мне не хватало высоты, и я дошивала, видите, вот так. Тоже нужно будет поравнять. Мои новые помощники швейные мне очень-очень помогают. Без них бы я, конечно, не справилась с такой работой. И, кстати, деталь получается очень такая эластичная, она такая живая, тянется. Очень прикольно. Вот. Ну, так и должно быть, потому что это из треугольничка. Вот. Это мои швейные успехи. Процесс идет медленно, но надеюсь, что я все-таки смогу выполнить его. И я надеюсь на красоту. Как вариант, можно было бы еще сделать и вот так, чтобы смотрели эти птички влево-вправо. Кстати, тоже очень интересно. Видите, какая здесь игра геометрии. Можно, в общем-то, делать все, что угодно с этими блоками. Кстати, хорошая идея. Я подумала, может быть, вот так сделать. Получается такой, такие зигзаги. Интересно. Ну, в общем, пишите тоже ваше мнение. Мне интересно, что вам больше понравилось. Треугольнички вверх, зигзаги в горизонтальном варианте, либо зигзаги в вертикальном варианте. Вот. Ну, а мы с вами увидимся уже, наверное, либо на следующей неделе, либо в конце месяца, и подведем итоги, посмотрим, что у меня навышивалось, что у меня натворилось в рукоделии. А на этом у меня все. Желаю хорошего настроения, до новых встреч и всем пока-пока!